30 июля в Нижегородский государственный университет имени Лобачевского было зачислено 260 абитуриентов, льготников, победителей олимпиад, а также поступивших на места, выделенные для целевого приема. Среди них 100 молодых людей, которые стали студентами радиофизического факультета и учебного военного центра ННГУ. В будущем им предстоит реализовать свои профессиональные навыки в рядах российской армии. Я очень горд, что в такое сложное время для страны, то есть университет реально вкладывается в повышение обороноспособности. Причем, насколько я знаю, наших выпускников в армии очень ценят. Они грамотные люди. Ну, представляете, там студент закончил радиофак, параллельно, да, имеет, так сказать, вот такое образование, еще он лейтенант, он служит. То есть он, вообще говоря, конечно, специалист экстра-класса.